Ты Вот его он. снимаешь, да? Любимский! Поздравляю. Начал продолжать. Ты Да, видишь он этот продолжает зачарованный меч? развлекаться. Видишь? Продолжает, а я только начинаю ролик. Так, подожди-ка. Да, железо. 9 железа, отлично. И 7 золота. Ну, все не Очень... обработано, конечно, но... Если по правде, очень красиво сказано. Не надо сейчас нафармить опыт с любых мобов. Не любой моб нужен. О, овечка. Короче, мне любые мобы нужны. У тебя есть опыт? Нет. Точно? Я забыл, хотела убить ради опыта. Скажу тебе честно. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Я тебе оставлю арбуз. Из всех своих. Кстати, проверим, есть у тебя опыт. У меня ничего нет, кроме арбуза и... Ладно, короче, поверь. О, курочка. Пожарим курочку. Ага, ее будем троллить. О, там две курицы, отлично. Иди сюда, дубина. Все, первый уровень. А мне надо... Я ламу. Я хочу ламу. Я хочу зарядить ламу, чтобы одна лама другую ламу убивала. А как ты это, кстати, сделал? А я просто ударил одну ламу, потом за другой ламой спрятался, и все, они начали друг друга убивать. Чего? Обалдеть! Вот это Майнкрафт! Майнкрафт дошел до таких степень уже. Че посмеешься? Какой сервер? Чудесный. Эй, лава, она тебя убила. О, я... Лава. Короче, я изображаю музыку, которую ты использовал. Ой. Это что такое? Иди сюда. Иди сюда. Хлеб, иди сюда. Хлеб держи. Иди сюда. Да стой, меня тут сейчас понос весь убьет. Так. Да как ты немедленно сюда? Сейчас. Иди сюда. Чё? Это что такое? Это ты построил? Нет! А, ну ладно. Наверное, это супермаст. Да я же понимаю, что это похоже. Но я думаю, это одно или другое. Я думаю до сих пор, что это. Так, ладно. Мне хотя бы нужен второй уровень. Ну, хоть второй уровень так, тебе надо. Если вообще, да, так, у нас уже есть стол зачарования. Ага, 8-й уровень надо, блин. Долго, конечно, надо париться, но... А, кстати... А я хлеб... Ой. А, извини, а я думал, можно зачаровать это, чтобы золотой этот был. Коровка, иди сюда. Свинюшка, иди сюда. Походу... Я его потом зажарить на шашлык буду. Короче, походу мы сейчас я добуду очень много мяса. Понятно. А самое главное, надо не обманывать. Особенно тебя. Деньги, 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 деньги. Ой, ты нубик. Денежки, любимый. Кстати, советую все-таки кровать сделать, чтобы как раз-таки побеждать. Этот нубик на
называется нубик деньги. Бабки не проблема, друзья, это проблема. Бабки это не проблема, я тебе могу дать бабки, или ты их сам найдешь. Ну, я, походу, твои ресы нашел, где ты, где тебя, походу, крипер взорвал. Понятно. Маленький поросенок, а какой же он вкусный. Я убью. Надо его. Алло, я его до шашлык сейчас зажарю. Поздравляю, ты самый лучший. Ага, поросёнок спрятался в пещеру. Птички летят, бомбить поросят. Они взрывают им домики, домики. Как ты думаешь, есть один живой житель? Я думаю, что никто живой нет. Вообще-то есть. А где он? Блин, а как показать, куда тебе идти надо? Короче, я спать иду. Ой, подожди меня. О, коровку. Две коровки перед собой. Увидишь, что ты? Я зажимаю кликов, что ты? Блин, а сколько мобов? Мне хочется их сразу перебить. Да их, они сами спавнятся по себе один моб в один день. Кавычку. Всё, ведь. Иди спать! Ладно, ладно. Всё, подожди, овечку уже добью. А вот всё. У меня и так 4-й уровень, но мне нужен 8-й. А лучше я бы все-таки еще один алмазный меч сделал. Подожди, а можешь разочарование снять? Можно? Ой, крипер, зеленый огурец. Нет. Пошел он, зеленый огурец. Так-то тихо-тихо. Паркур, новое движение. Ё-моё. Дайте мне зайти. Ух. Пусть все сгорят, эти монстры. Пусть попадут на мобы. Бошки! Бошки! Еще по попе. Люди попадут в рай, монстры сгорят в аду. Отлично. Братанчик, я не хотел тебя обижать. Я уговаривал их, я уговаривал. Ой, моя девушка, я тебя не буду трогать. О, пауки. Еще. О, тут две ламы сейчас. Вы теперь мои. Не будет бойня лам. Я думаю, бойня лам будет. О, все, мы уже одно. Смотри. Так. Все, пусть все горит. Пусть все горит. Ой, ой, в башке тебе лама. А где все лампы? Ты ламу не трогай, пожалуйста. Я оседлал ламу. А? Я оседлал ламу. Поздравляю, чел. Ты просто топ. Я топ. А, ну хотя бы. Не считаю, что ты оседлал лаву. Потому что это все знают, что можно оседлать лаву. Ага. Я думаю, что можно собирать лаву. Лаву. Так. Лаву. Деньги. Свинюшки, опыт, фармим опыт. Кричат, бомбит, поросят. Они взрывают им домики. Интересно, откуда... Осталось еще два уровня, и все. Погоди,
я что это с ламой делаю? Кто забор поставит, тут красава. Лама, лама сидит с лайм. У меня свои делишки, потому что я убиваю мобов ради того, чтобы получить опыт. Вот такой дерзкий я. Короче, иди ко мне, я жителя покажу. Живого. Хорошо, мы с ламой посмотрим. Ведь я ламу оседлал. Где? Короче, иди... Ой, я вижу твой ник, ко мне иди. А, вижу. Ко мне, ко мне, ко мне. Бабки, 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 бабки. Ко мне, ко мне, ко мне. А, за поводок, что ли? Ну, где? За поводок? Поводок, а где? Да, блин, где? А. Я сейчас ламу потеряю. Мне пофиг на твою ламу. Замечательно. Мне на жителя зато не пофиг, скажи спасибо. Вот это ты быстро свинью убил. Вот, смотри. Только попробую его убить. Что, не Не хочу. Класса! Я его помню! Он еще давно тут был. А тут все жители умерли и все. А Дима остался в живых, алло. Дима. У тебя есть какой-то опыт? У тебя есть какой-то опыт? Мне очень надо. Ты все равно бесполезно, но можно из тебя опыт, наверное, получить. Так что ж, пупсик, иди ко мне сюда. Бабки, бабки. Ой, сори. Я тебя боюсь, а я тебя не боюсь, а я тебя не боюсь, а я тебя боюсь. Ой, еще опыт потерял. Так, ничего. Я тут. Ты тут там умираешь? Не умирай. Поздравляю. А я сейчас убью корову. Даже две. А, не убивай корову. Надо, мне кажется, надо видео заканчивать. Две коровы. Точнее, три убил. Если так понятнее сказать. Все, остался один. Ладно. Ладно, кто смотрел мое видео? Всем. Пока-пока. Ты закончил ролик, что ли? Да. Понятно. А я его и так снимаю. Буду, походу, снимать. Я еще делаю, что хочу. Хочу тебя убью. Я хочу тебя убью. Ага! Домашняя лама на меня же нападает. Лямочка на моих глазах заспавнилась. Ну и моих подписчиков. И на моих глазах, потому что я посмотрю это видео. Блин, а что-то за это время, что-то я вторую часть не выложил. А ты вторую часть не выложил, да? Походу мне... Может, когда вообще пройдёт, когда уже всё... Буду уже ломаться на мечом всех убить. У меня нету уже железного. Да, я знаю тактику. Тактика. Какая? Как умереть на карте? Все очень просто. Либо забить. Хорошо, сейчас умрел. Хорошо. Захнись в воде, либо умри в лаве, либо упади с высокой высоты. Или пропиши. Не, лучше есть. Есть еще лучший способ. Есть еще лучший способ. Надо. Есть еще лучший способ. Заходи в ад. Нет, арбанчики. Не умирай с матендерменом. Ну или от пиглинов. Или зомби пиглинов. Только их две начали. Или просто от лавы. Где все? Ой,
Молодец, хорош. Слушай, Нубик, кубик. Нубик, деньги. И мое нелюбимое слово мало денег. Ну или просто мало. Эх, этих денег очень мало, даже у тебя мало. Тебя они взрывают в твой домик. Говорит? Да хватит менять скин! Да я на свой поменял. А, ну ладно, тогда ладно. На свой надо было давным-давно поменять. Так, а из чего делается это чило? Так, надо сейчас уснуть. Вроде я крафтил точило, а вроде забыл, как оно крафтится. Ладно, еще узнаем. Смотри, Притимон, для всех этих штук. Ну, просто остается задание. Одно и все. Ну, два задания и все. Даже три. Ну и все. Начался это не к добру. Я думаю, я чист, но я сил. Я очень красивый. Короче, я в АФК сейчас. Сначала белую точку ударил. Белая точка — это голова. Поздравляю. Теперь ты попадаешь. Если ты видишь, что она махает, это моя голова мусафит. Да блин! Я хотел точило скрафтить. Ладно, все.
мобильщиков учишь. А вот, у меня тоже своя шестерка есть. О, все, да, кстати, я крафтил на обычный алмазный меч, прикольно. И что я могу получить? Шалбана! Серьезно, небесная кора? Что она вообще значит? Не, это ерунда получается. Блин, а как понять, какое зачарование? Так. Я не знаю. Острота один, отбрасывание. Еще острота. Так. Острота один. Кстати. Кстати, у меня появилась идея. Когда мы можем пройти Майнкрафт, то может прятки на этой карте сделаем. О! Я получил достижение разочарования. Это по идее придумал, но сам решил. Что мы, когда мы пройдем Майнкрафт, то можем сделать мои прятки в Майнкрафт. Так он же восстановлено будет. Так. Я не хочу тратить сейчас броню на ад. Я потрачу на Эндермир. Это не, надо нам сейчас найти палки. Ну, бить. Стержни ифритов. Я надо говорить. Ифритов убить, ифритов. О, ты можешь скрафтить железной брони, кстати. Я? Да, 26 железа. Ну, мне страшно, что это ты потеряешься. Короче, мы идем просто сейчас без резов, а лучше с блоками, чтобы найти дорогу обратно. А именно берем булочник. Ну, у меня есть булочник, но я тебе его дам. Доски не надо терять. Ну нет, идем в ад без досок. Я тебе сейчас скину булочник. Считывай, я внизу. Я знаю, что ты внизу. Только еще еду надо взять. Да, у меня есть. Но лучше много не брать. Ты знаешь, да. А то мы эту еду потеряем. О, мясо сложим. Мясо, блин, а только курятины мало, но курятина бесполезная, потому что... Она еще не зажаренная. От курятины можно голодать. Это очень... Она не зажаренная. Спать. Я не понял, ты хочешь спать или нет? Я в реальной жизни хочу спать. Загрузка насчет этого. Перезагрузка мозга. Ты летал только что. Ты летал только что. Это месть. Тут зомби пиглин. Откуда? А это был дружба, я его помню, он со мной был. Чё, дружба? Пойдем? Нам надо сейчас выбрать, в какую сторону нам идти. Я думаю, мы туда пойдем. Вот тут нитки.
Значит, уже ставим блок. Раз-два. Раз. Я имею в виду один блок ставить. Ну, лучше два. Ну, буква тоже можно. Да. Нет, тут спуск есть, спуск есть. Вверх или вниз? А? Вверх или вниз? Что выбираем? Вниз. Или середину? Давай середину идем. Ну вот, смотри, тут три платформы. Ну ты так. Смотри, так, есть что-нибудь? Хорошо. Да, вот это опасно. Так низкий дом. Это будет рискованно. Ну, я, ну, ладно, еда есть у тебя. Да что есть, но мне тоже еда нужна. Вова, не надо меня скидывать. Нет, Вова, не скидывай меня. Типа ты Вова, пропавший друг. Вообще-то я и есть Вова. Нет, не скидывай меня. Нет, 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 не скидывай. Ладно, скидывай. Нет! Прыгай, выживи. Походу я твои боты не вижу. Ладно. А, все, нашел. А, у тебя было много бот. Ну, дерево зачем брал? Я не знаю, для земли. Два бота земли. Нина! Та же самая крепость. Или нет? Так, не иди в ад, не иди в ад. Короче, походу вещи сгорели. Хорошо, что... А это хорошо, что мы цельные лесы не брали. Наши бы лесы сгорели уже, всё. Алло, гараж, я тебя сейчас выбью. Понятно, ты завис. Я тебя сейчас кину в лаву. Yeah.
нормально. Это еще за чё пришел? Либо мой подписчик, либо мой хейтер. Плюс-минус. Ладно, я сейчас к нему пойду. Так. Я понял, походу. Походу он не знает, где мы, конечно, походу здесь он никуда не убежал. Ну ладно, это плюс-минус. Я вижу его ник. Он рад, походу, что он попал в ролик. О, тут битва. Ой. Нашел он. Ой. Калаш. Решил попасть в лаве. А почему он... А куда он пропал, кстати? Тут шахта все это время была. Чего? Спал. А, ведьма меня отравила. Нет. Тихо. Да, это Степа Бро. Степа Бро Хай. Мой подписчик. Обалдеть. Ой, он не взорвался, и слава богу. Это плюс-минус, короче. О, паркур, новое движение. О-хо-хо-хо, ничего себе, я как будто дрим какой. Я, короче, почувствовал себя дримом. Ребята, утренний лайк. Где дома? А где дом? Короче, понятно. Ребята, срочно берем нож. Да, я его иду защищать. Ну хотя подписчиков надо защищать. Это новики, которые пришли сюда. Это четвер. Не ачивка. О. Короче, это четвертый человек в ролике. Обалдеть. Время приключений. Очень интересное достижение. Время приключений, короче. Ну, молодец, что он достижет. Так, ребята, я иду к нему. Так, Рипер, здорово. Вот у нас... Прибил его, как миленького. Молодец.
Короче, мне вообще нечего, ребята, говорить, потому что это просто сенсация. Да пофиг, он уже залутал. Блин, а как просто повезло встретить своего еще одного подписчика. Хотя это ему повезло, потому что, ну, я не ваш. А вот кого? Короче, побежали. Бежали. Вау, не то слово. Монстры. А где вот на кровать? А я торесы ставил. Ё-моё, они скоро сгорят, всё равно. Ай! Попал, блин, а? Попал! Да, блин. Что он меня... Когда выживаем вместе. Вместе мы команда. Вместе мы команда. Да блин. Вот двух ударов. Отлично. Тут еще какой-то был скелет. Ну ладно, пофиг. Ну ладно. Можно,
золотая морковь тут есть. Морковочка, морковка. Так. Я пока что ничего не понятно, этим отравил. Бедный. Ну ты сумасшедший. Походу умер, что ли? Не умер. Не делай этого, не делай. Жалко этого добряка. Есть одна идея, просто сейчас пойти в ад. Так, берем эти блоки. Да, вы все правильно поняли, я в ад. Искать крепость. Не знаю, какого это времени идти, конечно. Ой. Ух ты, пух ты. Что у тебя? Ладно. Смотрите. Что ему от меня надо? Из-за того, что он сломал кровать, где я спал, наверное. Там и прикол. Этот Роман вообще зачем на меня заагрился, если... Я даже не собирался на него смотреть. У него пороха. Вообще прикольно. Прикольно. Подождите, а чего я не знаю, что он все-таки играет сейчас? А, он зашел при... Привет. А, да, будто я не заметил. Подгон ему сделаем, такой подгончик. Добудем дерево срочно. Давай я хоть сменю скин. Мы тут выживаем, алло.
Хуйром... Ладно, лок он написал. Калаш. Калаш. Так, ну, нам нужно на кровать все-таки в дом. И спальню поставить. О, здесь есть одна идея. Прикольная, думаю. Отлично. Ты пупсик сладенький. Он... А, понятно. Ой, ну ладно. Все, точка появления задана. Отлично. Потому что это даже Калаш не говорил. Какая у нас атмосфера хорошая. А, ну хотя мы уже с ним выживали, блин. Мы же начали первое выживание, а именно мы вместе. Да. Что-то я затупил. Не могу. Да мне бежать. Да. Подожди. А, нет. Ну... Ладно. Ай. Подождите-ка. Вату. Забирать лесы. Которую потерял. Нет, Рутерман, все хорошо. Нет, не надо агриться, не надо. А лучше бы агрились, когда их ударяли. Ну, с пауками тоже та же самая фигня, но... Ну, ладно, они просто когда захотят нападать. О, срис. А, вот все блоки тут. Окей. Теперь просто идем. Да не будь. Ну, рандомно ставим блоки. Ай, блин. Нет, Адерман, я на тебя не смотрел, если что. Мой гет, у меня здесь. Ой, да блин. Идем под себя в нос. Чат, я... Я не пошел.
Опасненько, опасненько, конечно. Случайно упал вот так тихо. Ну, правильно. Молодец, молодец. Thank you.
Пауки это святое. Да. Я не понял. Объясни. Пауки это святое. Ой, а я не понимаю, реально. Ничего. Как тут создать новый портал? Ну просто сейчас. Я просто видел один портал какой-то сломанный. Я не знаю, как его найти. Читерил бы немного, но я не хочу читерство. Придется как-то пройти. Я ушел от вас, но все. Почему он уходит? Ну, я лучше много не брать, потому что ну, нельзя ничего терять.
Это ногу сундук, ребята. Ой. А я раз. Арбузы, а вы мажоры. Не мажоры, но что-то... Калаш что-то обидел. Подожди, Калаш, а чё ты уходишь? Калаш, почему ты уходишь? То есть, конечно, что? Четверо у нас! Сколько их делать? Обалдеть. Цветами. Ладно. Мы все в деревне. Он и... Блин, у меня пауха, да? Так что ж. Иху. Я даже был. Ну, пусть. Да, я в деревне. Так, стоп. Где он находится? А это... Так, понятно, Стёпа. Мне показалось, там что-то не... Где он? Отлично, все, атмосфера. Только, блин, на Калаш ушел. Мы бы сейчас селфи сделали, так что ж заходите на этот сервер, мы, может, возможно, сделаем селфи. Круто, я. Ну, это понятно. Ну, только супермастер. Ну, думаю, уже знают. Короче, я пошел в ад просто так, без вещей. Я потерялся. О! Так, ладно, короче, еще вот так. Супермастер покинул игру. Да блин, а! Услышали? Хоть кто-то слушал. Я положу броню сюда, пожалуй. Не знаю еще, куда пойду я. Так что ж, ребята, пока что буду заканчивать ролик. Не забудьте. Я пока что нет. Короче, ребята, не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. С вами я был Фокс, всем удачи, всем пока. Потому что, для начала, лучше я сделаю так. Так, может, и найду крепость, и потом это, ну, стержень фрита добуду. Но, я, может, когда найду крепость, буду с вами. Так.
Так что ж, я пока что буду искать крепость. Ну, лучше бы броне, но... Нет, потом. Ну, буду в броне. О, все в сборе. Теперь все в сборе, ладно. Пока что я не закончу ролик. Я бы хотела совместное селфи сделать. Только жалко, что этот... калаш ушел. А то совместное селфи не получится. Калаш, ты хочешь совместное селфи или нет? Да я к деревне подбегаю только. Стоп, это обычная деревня. Ты новая деревня? Рядом с нашей деревней была обычная деревня. Чё? А нет. В какую сторону? А я не знаю. В чём-то я хорош. Что? Какие тут ресы есть? Хоть какие-то ресы есть. Какая-то польза у меня есть. Что? Вот какая-то польза у меня есть. Так, короче. Именно где портал рядом? Где здесь? Так, я все ресы забираю. Это кузница есть. Чего тут много так сундуков? Карта? Она мне не нужна. Неплохо. Тут же никто не оператор, алло. Так, еще сундук, еще хлебчик. Короче, именно смотри. Я нахожусь возле два портала, где я создавала. Я делаю сейчас обычную, чтобы много еды было. Короче, я возле двух порталов. Кровать добираем. Изумруда. Так, я сплю. Так, я здесь. Значит, сплю. Ого. Прикольно, что у нас четверо. Но минус, что ты ушел. Так, стоп, я не понял. Реально, где находится эта деревня? Я хочу, Кто спит? Вопрос. Кто спит? Степа. Прохай. Опять уже два не спят. Ребята, короче, заканчиваю ролик, когда реально уже найду крепость.
с ифритами. Тогда я, может, включу камеру, будем вместе убивать. Пока хорошо, что, удачи, всем пока. Всем пока, ребята. Всем может, пока. Селфи сделаем совместное. Ну, уже за кадром сделаем. Ладно, всем удачи, всем пока.